Спортсмены и судьи готовы. Первый раунд. Дай. Пой. Кикбоксингом занимается один год, представляет город Уссурийск. Тренируется под руководством Шевченко Александра. В синем углу продолжение боя готовится Василий Дмитрий. Он представляет спортивный клуб «Пересвет», город Владивосток. Ему 16 лет, 3 года занимается кикбоксингом под руководством Беляева Евгения. Time, fight, stop, hold on.
В этом бою технически на корону победу одержал боец синего угла Василий Дмитриевич.